Салон красоты, кухня, пазлы и куклы. У пятилетней Амины Шайховой, как и у ее подруг, совсем нет времени на скуку. Воспитанницы 45-го детского сада больше всего любят примерять на себя роли парикмахеров, стилистов, мам и даже учителей. Ведь в дошкольном учреждении образования с полувековой историей уже с 4 лет детишки познают азы английского и лего-конструирования. В 6 возрастных группах воспитывают 117 мальчиков и девочек. Замечена такая смена поколений, когда дети, которые вырастают, были нашими воспитанниками и сейчас уже приводят своих детей. Они знали этих педагогов ранее и приводят к этим же педагогам, которые воспитывали и их. Воспитатель с 33-летним стажем Наталья Манько со слезами на глазах вспоминает, как еще недавно заплетала хвосты и поправляла колготки своим до боли родным детишкам. А уже сегодня статные инженеры заводов и дамы, занимающие должности, приводят к ней сыновей и дочерей. Моя работа мне нравится. Я получаю от этого удовольствие. Я прихожу на работу, я забываю про все. Я только помню вот этих моих малышей, моих карандашей, моих вот этих куколок, мальчиков и девочек. Отпраздновать 50-летие и вспомнить, как все начиналось, пришло и экс-руководство, и те, кто еще пару десятков лет назад сами выступали перед зрителями. А ведь спустя годы саду есть чем гордиться. К тому же, с приходом нового заведующего здесь многое кардинально изменилось. Сделали ремонт на лестничных площадках, в раздевалке и в группах. Стало гораздо уютнее и роднее. Татьяна Касьян, Максим Галионко, Бобруйск, 360.